Так, что народ, всем привет. Возвращается рубрика «Бомж в атаке». Короче, посмотрим, что мы тут на Вальке зашикать сможем. На 66 уровне, вот таком тут эквипе, с шэдоу пушечкой. Тут, конечно, шика просто имбовый достаточно, еще хорошо было собрать. Эпик только китайская АК, китайский РФН, в общем, татушек нету, все печально, таликов тоже нету, хотя талисманами-то, который здесь как раз стайл, много чего можно сделать, ну, посмотрим, что у нас получится. Резать бои не буду, будет длинное, наверное, видео, сейчас здесь боев отходим, посмотрим, что будет. Надо бы еще зончик какой-нибудь подрубить, зончик позже будет, наверное, а, хотя, ютубчик, да, наверное, будет зончик у нас 30 секунд нормально. Сейчас в игре-то добавим зон. Главное, чтоб не оторвало. Громкость пушек на баф тоже, кстати, нету. Отчты. А? Так. Оп, здрасте. Что у нас там? Ладно. Кто там? Варсмит? Ой, блин, Варсмит. Что мне вообще надо? Это не надо, это не надо. Оооо, чуть-чуть ничего. Громко, наверное, очень, да? А, чекунок никакого. Это мы привет. А, блин, я еще без кубиков пошел. Молодец. Красиво, блин. Ух ты. Я иссеку. А! Ладно. Что там будет? Мое сердце. Кубика нету. Это больно. Так, ну под лайна хартом ничего проходить у нас не будет. А в мячке будет больно. Что-то больно, надо было еще бахнуться. У нас не работает, давай как. Давай бахнуться. А полный лимзон сразу. Куда? Что будешь ты меня отставать? Кто там стоит? О, да, не, спасибо, спасибо, нет. Слишком громче. Так, что это было вообще? Это был какой-то гном с в говне, как и я, да. Ну, я совсем в говне. В том, что я бы вообще не пошел никогда. Так. Надо крест сделать, отходить здесь в твоё бриточки. Не очень я люблю, конечно, ходить. Физиком, ЧК. Не моё. Его надо одевать, он требует ему к шмоту. И на таком уровне. Ну, он при овергире очень сильный. А при говногире он ничего не может. Кстати, по поводу. Может, не может. Мне бы надо было вот эти скелеты поставить. Может быть, пригодится. Ну, вон прям. Как будто нет линейки.
Берсик. Берсик. Такой аура не очень. Сейчас я могу бокнуть. Потом. Лие. Ну, Лие. О, что? Софири откатывалась. Ну, это ГГВП, наверное. Что мне не так... А, вот это надо. Будешь меня убегать? Ну, что ты от меня убегаешь? Куда ты убегаешь? Куда ты от меня убегаешь? Кисилип. Ой, блин, стоп, у меня спина. Надо. Ну, а, да, это же, да, это же мы можем без трансформа нюкать своим. С этим можно просто играться. Это привет, С4, одевай НМ и ты просто парашен. Понятно. Зачем давать как бы мононасосам, которые и так имба новенькие, еще и возможность нюкать своим нюком без трансформа, чтобы они, наверное, ЛСа даже себе в пушки не тыкали и так все убивали. Че за бред? Пара-пара-пам-пам. Надеюсь, там квест не 10 боев подряд выиграть. Примите, примите, примите. Но если проиграть, то счет победы... Что? Под страйк? Точнее, как он там... 10 подряд? Это нереально. Это нереально. Так у нас не получится. Блин, чтобы мононасосера убить, это нужен был всегда кинжал на стан, или кастеты на стан, с полупоставками стан. Без этого вообще мононасосера танком сложно убить. Не, можно, конечно, и каром бахнуть два раза. Чтоб он скрючился, кстати, по поводу иконы, да. Надо не выбить, что не существует. Бахните сразу. Это форсмиза, кстати, поможет. На два, хита. Номер тоже поможет. Надо забахать. Что-то не забываю. Да-да-да. И, блин, у меня же есть рефлекс, да, что делать. Макрос, тут у нас на Индиже нету. Берс надо было снять. О, да, в общем, короче, руки у меня и задницы, я помню, так. Так. Эй, я куда? Что у меня? Варкрайер. Поди победи. Хотя... Хотя... Вообще-то мне привыкнуть надо, да. Непонятно. Оп-оп-оп-оп-оп. Оп-оп-оп. Ай, стан, изыди. Так, это не надо было, это не надо было. Чё там?
сильно пошутили. Почти люди, кстати. Мне надо говорить его. Ну, блин, талики без таликов, я вообще как с ним разбираться. Вообще урон потенциально хороший, но... Ладно, блять. Танцы хорошие, кстати. Хорошие. Это уже на что-то похоже. Учитывая, что я без ничего, это было реально. Даже... Вот это вот надо юзать, и вот это вот надо юзать, но не всегда им. Ждать как походу надо. Вообще-то надо, да. Хорошо. Приходится так. Лучше. Уже лучше. Так, ну, что мы видим? Видим, нужен максимальная скорость бега, чтобы дотягивал у нас столбик. В итоге дотягивал. И бить надо больно, прям чтобы лицо отрывало вот этим вот каскадом. Хедшот кидать, кстати. Неплохо, неплохо, интересно. Вот это надо юзать. Да, так ничего, надо привыкнуть. И Берсон. Ну, Берсон это я помню, да. На Е-глобале я так и не учился Берсон у нас. Дестер, блядь. Так, а Дестер у нас тут умеет что делать? Умеет убивать. Дестер, ну, блин, Дестер только никера нужно убить. Тут никер не работает. С неправильным ЛСом. Замедло скеша. Это вообще что-то фантастическое. Что же мне с тобой делать? Поражать просто все и на пох. Да полюс. Блин, а может быть он у меня есть? Давай, здесь у меня. Сейчас мы будем делать вот так. Так, а что это он меня догоняет? О, хрен у нас там. Ну, это прям сделал не по урону. Так, а таймер у меня нигде не лежит, телефон у меня рядом нету, все печально. Ой. А, стан и анкор. Красиво. У кого? Так, на текст она лежит, кстати. Ничего, драку. Чё ты от меня бегаешь, Кука. Вера. Вера Кука. Подзил у меня будет здесь. Так, я не понял, что за прикол. Можно от стана выйти, блядь. Что-то слабое действие. Слишком сложно. Да.
Поэтому я не люблю играть за Шикани Одесова. Это просто писос какой-то. Что бы ты не умел, без нормального шмота ты... В отличие от некоторых классов. И тирантов там каких-нибудь рвали. Или самонеров. А, я не регнулся, но... А, я не затянул. Ну, БВ, блин, БВ надо при ситуации одевать. Думчик сетушка. Хожу, хоть почувствую, чё как плекстати на Глюкону бахнет. Ой. Ну руки сразу не вырастают. Надо привыкать. Я на ОБТ здесь не играл. Вообще на Вальк никогда не играл, не знаю, что это. Здесь смесь. ШК похож на АФ, нового 83 плюшка. Получается, но здесь немножко другой баланс. Потому что здесь не третья профа. Не те хп. Не те пушки, естественно. Риск фокуса ты не оденешь. И вообще ничего, как бы киш, иду, киш. Рефлектирующий надо видеть. Идет на ее просто как дно какое-то последнее. Меня вообще затянет, да? Играть-то. И у меня все. Батарейки сели. Вот так вот. Или вот так вот. Ша? Ладно. Что вы там? Вы зарегистрированы? А, вы не зарегистрированы. Вы был лох. Ясно, понятно. Так, а что-нибудь, что я могу убивать? Там дагер какой-нибудь, лучник, что попадется? Нет? Что убивать? Дестер убивает Шика, Варк убивает. Хотя, ладно, Овер убивает, Варк не всегда убивает. ЕЕ убивает, Варсмис... Там, так. Можно убить. Но не в Думе. Не на Б. Не на Б грейдах. Да и не на С грейдах, наверное. Не так было. Варсмита как тут. Там узит. О, ПВ. Ролла. Вен. Овер. Это мой баф на себе. Гайденс. Ай, блин, пиндал. Да, короче, да, малинку я давно не ходил, я понял. Где ты? Ходишь, ты? А.
Ё-моё. А, я ж могу ходить. Я же ПВ убить не могу, так уж мать. Ну, спиздец. Это печально. Нет, да? А, грусть. Ну ладно, хит остался. Надо было выникнуть и все. Или звук стрельнул, которого нет. Прибавшимся через жопу. О, е. Ну тут без. Хотя, блин, чё мне. Вот чё мне. Тогда отлично. Да. И иконы не бафнули. Хотя иконы тут сюда вера нет, а вот... Вот это можно. Ну это... Не откатили стопудово, наверное, всё-таки даже подождать надо. Они откатываются. Лёг не увеличивает. Ну что ты тут стоишь? А, ПВ, если ПВ. Будет у меня бегать, а уратаки. Ну да ладно. Мысли. Чуть-чуть немножко. Откуда ты не бежишь, дорогой? Что-то ждет. Оп-о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 п. Ну, еще куда-то там спрятался. Ладно, не ждешь. Тут козыни. Ёбаный в рот, пиздец просто. Ёбаные талики. Ой, как я ненавижу этот Олимп. Кого больше финтифлюшек, кто-то победил.
Ну да, там, конечно, посложнее, баланса больше, но... Сколько я боёв сходил, как мне это посмотреть? Если гадспак не работает. Ладно, ходить пока очки не кончится, наверное, самый норм будет идея. Я хоть кого-нибудь выиграл, блин, вообще кого я убил. Ну, блядь, спрятался хуй пойми куда, блядь, таргет на него прописываешь. Ну, ты, это же все неудобно. Руды, блять, нету, чтоб с такими даггерами переапанными ужаться. Ой. Ничего нету, кто мне там попался? Варкрафт, ну это можно еще. Это можно еще победим. Так, попытаемся, по крайней мере. Она набафать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. А, ты еще в говне, чувак. Бегай, конечно, бегай, блядь, сдохни, как мужик. А может, не сдохни, кстати. Меня так убивает какой-то непонятная хренота. Можете мне это сказать? Что? Что? Что, блядь? Какая-то хуйня в... Дэшмоте меня убивает? Баланс. Охуенный баланс. Да. А почему не бью? Получает от цели 650. Вы блокируете удар. Вышли натиск по агрио. Вы наносите 710 крит. Наносите 200 урона. Наносите 600. То есть тем, что он бьет, мне наносите 1020 крит. Блин! Грустина. Очень сложно понять, что это делать. Ну, нукер это понерфили. Как бы рабочий билд шика, который побеждает, в общем-то решили крутить в какашку. Как бы привязав удар молнии к боевой физатаке. Привязав хекс к физатаке и хз. Не, ну понятно, в принципе, через там. Через тарики-то можно поубивать все. Наверное, специально так и сделали. Монетизация все дела. Все красиво, замечательно. Если СС не будет, это просто позорнить. В принципе, он это ждал, побегал. Рефлект. Нижняя катись.
СВС можно какой-нибудь увидеть. Не, ну это не убьет себя. Я кого-то убил. Нет, что не убил. Блин. Да, блядь. Бенжи. Вообще-то, для того, чтобы понять, как убивать в таком сетапе сервера, да, с такими скиллами, во-первых, я не знаю всех скиллов, какие раздали всем другим профессиям, я не понимаю, какие тарики там есть. Ну, точнее, в принципе, да, здесь они же не рандомные, они тут покупаются за олимпийские очки, я так понимаю. И талисман, что-то у нас есть. Талисмановый Олимп я последний раз олимпил в 10 году, наверное. Понятно. Ну тогда да, без таликов здесь вообще-то говно полное. Тупики кончились, это плохо. Я их не успею выбить, скорее всего. Это не хватает. Это будет у меня. Сложнее. О, нас не будет. Секунду, у нас успею, да. Ну это, наверное, на боли надо пробовать так, драться. Вот еще. Вот одна арена. 3-2. Блять, это вы. А ты думаешь, что я не могу дамажить, что ли? Бля. А ну мана конь. О, все, это надо выкидывать скилл вообще. Очень много маны жрет, просто пиздец. И че ждешь, наверное? А, ты мне уже больше дал. Панечки. Не, ну тут шмот надо, понятно. Не. Вот это не я, вообще, это у нас очень, очень неправильно работает. Жрет просто вагон маны. Без этого скилла, в принципе, ШК делать нечего в физике. Оно еще второго уровня сразу было выучено, просто выкидывай чары на винт, не пойди. Ну и жрет оно очень много. Скилл, который, в принципе, единственный скилл, который дает живущий ШК от физиков. А он здесь не актуален. То есть ШК живущий дает только донатная херня.
Вот это. И вот это. Поэтому он по ПДФу проигрывает. Умом. Бегаю я еще как ракао, чистоту. Не отбегаешь никого. Тут не вижу. Вот там. Нет. Никто, что ли? Вот, никто, так никто. Ладно. Морснуть. А, шуе, видим. Так, сдаемся. Не ладно, говорите, да? Сейчас посмотрим, интересно. Баркельчик надо, баркельчик. Интересно, а Валька вообще какой, в каком шмоте будет? Получается, если здесь не будет Таруса. Я не помню, где на стихаммере разве есть. Упс. В Вазальте точно говнайса. Это вообще бесполезный флан. КБ на Фокс, КБ под иконами. Я икона для автоатаки. Здесь механика ХФ больше устроена на... Даже не ХФ, шелд, когда у нас появился шелдслам. Или как он называется? С ударом щитом. Атака щитом, не знаю, как это сказать. А, тут получается у нас собирается больше урона. Кидать, блять, я не привык их скидать, я очень редко кидаю. Потому что бью магии, надо от этого привыкать к этому билду, который я просто ненавидел, играя на Рофе. Или просто ходить на Олю. Тоже вариант неплохой. Без шмотки что-то делать. Дарить очки. А кто там? Щека. Ха. Раз, два, три. Каждый 10. Каждый 10. Раз, два, три, четыре. Поехали, хорошо.
Красиво. А, как там это? А, все там будет. Да, ну, убивайте. Как бежишь, блядь? Ой, талики пошли, конечно, ёптвы мэй. Ебаные талики, блядь. Даже и палочки у них, ой, блядь, я пошёл, ну, я и не увидел бы, если бы, конечно. Вспомнил то, что всю таргет сбивают, и надо пробел нажимать, и не увидел. Ну ладно, первый день. Первый раз на сервере со своими правилами. Уникальными. Со своим блэкджеком. Дал мне легкое поведение. Позор, конечно, там, этой дамочки, дамочки, хорик, было бы лучше играть. Ну, сбил он мне, да, ЛС, на этом все его. Придется это все все-таки выносить. Прижрет вагон маны. Убить это 15 секунд. Рано. Да, не получится ничего. Ок, блять. Ладно, здесь повесить. Уровень управления персонажем, дно ниже плинтуса. Здравствуйте. Ладно, предположим, что они играть умеют, поэтому будем играть по-другому. По-другому. Ну, конечно. Заметьте, что я выгляну? Блядь, шо ж, ни хрена себе развивать хорошо. С вот этой штукой бей, блядь. Я штуку, у меня кнопок не хватает, блядь, на это самое, блядь. Ой, все. И че, кто выиграет? Это я выиграю. Но он кончился, я проиграл, блядь. А не, проиграл. Смысле, а ударить? Сука, маленько подбила, ёбаный рот. Сколько мана стоит? 67. Пистолет. Чё-то мне этот скилл не нравится. Он жрёт просто. Сколько ты жрёшь? Ну-ка. Раз. Ну, а если так?
50 маны. Вообще-то терпимо. 6 сет надо. Блин, без 6 сета шка воевать или пиздец какой-то. Я не уважаюсь. Чуть деформабельность. Так. Еще раз? Зачем еще раз будет? Она нужен вайпер. Так. Ну, я смотрю, щка тут не особо пряморукие. Чё-то кнопок многовато, блять. Змышки хреново. Кнопочные. Еще с берсами выигрываю. Так. Ну как выигрываю? Почти. О, Авье. Авье. Кстати. Может быть. Блять, положим. Так, он мне свичник, скорее всего. О, блин. Оп. Дурак? Ты что, дурак? До свидания. Да мне трикать надо было, ё-моё, ты шо, совсем дебиль. Вот, побежал. Надо же кумно тут. А? Так. Ой, вот это просто чувак не умеет играть, он не понимает, когда надо делать свич трик. Чтобы сбить. Это вообще не считается. Это не считается. Блин, а как мне это все нажимать-то? Как мне 4 скилла одновременно нажать? Мне один палец, один, два пальца, два. Не хотел сначала играть с того, что... кнопочной мышкой шикап ВПшцы, это неправильно. Блин, вот это прям чё она так сильно таргета сбивает, это было сильно. Это у меня корм не хватает вообще-то. Нет, она по мену бьет. А это я, конечно. Она же бьет по мену, а у меня нету ментала. Точняк. По кольну бьет хуманский. Хоть и профные. Трехать профные. По времени. Оу. Надеюсь, что скоро Олимп кончится. Меч-то у меня там не кончится, я вот на Олимп-то и взял, я не пользуюсь. Но... кстати, сочный меч на ПТМ. А если так? Кстати, почему бы и нет? Посмотрим. Эффективность жира. Что там, как у нас жирок будет работать? Может, жирок лучше будет работать? Мне, пожалуйста, запилите. Вообще-то под хелсой всегда надо бой начинать. Как бы. Вот он. Вот он. Ой, тихо. Тихо, это не должно быть сложно. Так. Да, мне, кстати, для хелсы это не должно хватить. Понятно.
Если не у мира, конечно, нету. Наверное, есть, но тут есть артипрофный даггер, скилл. Ну ладно. Старгет наш все. Посмотрим, это имеет, но. Оп-оп-оп-оп. Ой, дубина. Ой, дубина. Куда ты побежал? Да куда ты бежишь, совсем дурак. Ложки. Ой, ложки. Тебя надо ЛС контрить. ЛС контрить, тебе уже за что? Точнее, два скилла сбивать надо. Тот и Lightning Strike. Я теперь понимаю, почему тебя шика даггер скидывает. Ой, бля, дайте мне побольше таких даггеров. Эти даггеры-то не скушу, раз по-любому. Блин, ну да, странное оружейное. На каждой ситуации свою пушку надо на этом шута, блин, чтобы сражаться на победу. Слишком класс гирозависимый. И Еве надо, и Дум надо, и ДК надо, и магическую палку, и физическую. Ну здесь магическая нецелесообразно, хотя до 72-го левела магический гид сильнее всех остальных. Уязвим только перед Владом и Тирантом. Из-за если шестой сет, то не особо то. В плане маны не хватает, чтобы донюкать до нуля хп. О, шутан. Ну давайте. Все, сородичи заюзаем. Киберкотлетный баф. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Здравствуйте. Я с тобой выбрался. Говоря. Давай. Сбил, да? Ну, эту тоже собьем. Пизда, блять, какой-то прям. А не шика. Без мышки. Любитель я поиграть за пианино, блин. Так, что там? Три победы уже есть. Давай, дай, дай еще, блин. Еще давай. Кстати, Калсаку закончи его. Ой, конечно, когда с зеркалом сражаешься, два скилла тоже конкретно надо, меня сейчас на это не способен. Елвин и Елвин. Это ГГВП по игру, но... Когда трансформы переключаться не надо, и можно бить просто так, это ГГВП. Это только сталиками нужно выиграть. А, хп нужно ли мне?
Это вообще-то уже... Так, кстати, возможно, это меня спасет. Одну кнопку надо нажать успеть. Пу-пу-пу-пу-пу. Бу-бу-бу-бу-бу. Ой, иди в шопу, блядь. Какой нахер лут? Отлично. Ой, иди в жопу, блядь. Даже в Дэс, сука, засыпало. Баланс! Еще и Найтмаром порезали шанс антислипа на этом сервере 70%, да, блять, с какие-то на 20% меньше. На чем? Чтобы вообще вот эти моноговна и веры убивали всех. Че за дебилизм? Нет, там есть, конечно, талик, который защищает от этого всего дела. У меня инстантных тилов контроля. Ну, вот этот, не инстантный, его тоже засыпать можно. Как мне с этим, блядь, драться? Так. Время применения 1 секунда. Интересно, вот сколько на... Там не слип, там транс. Время применения. Сколько? Сколько это время применения? Это... Destroyer. Destroyer. Дома строил. Ну ладно, это успею бахнуть. Может быть. Может и нет. А может быть, да, может быть, нет, вообще успею. Через трансформа записано. Так, ну по бафам можно смотреть 2 минуты. Какой стан? Ой, слушай, хорошо-то как. Давай. Давай, а я уйду туда. Что там делать? Что ты будешь там делать? Я иду сюда. А я иду сюда. А я иду сюда. А я иду сюда. Да-да-да-да-да. Да. Да-да-да-да. Да-да-да. Да. Да-да-да-да. Да-да-да-да-да-да-да. Больно, блядь. Понятно. Не, ну тут-то. Вот что-то херни, только 2 УД надо. Или бегать, катить, нукать. Бегать, катить, нукать я не могу, мне тут надо их смерть. И здесь есть РФМ, а здесь есть Ольф. Там работает это. Ну и он заюзался. Антиконтролем. Так, тут декайдеры кончили, кончается. Сколько вообще? Сейчас я захожу. А сколько осталось? 30 минут осталось.
Блин, ну, наверное, пора заканчивать, честно говоря. Сейчас последний бой скажу. Все равно здесь побед подряд я не сделаю. Без боев я точно сходил. А я что-то получаю. Сейчас. А, доказательство участия. Очки победителя. Щи. Надо разобраться. Ой, боже, фантом сам умер. Так. Что делать там? Подожди, а какого хрена я вижу, что он фантом самонер? Он что, без самона, что ли? Почему я не вижу нового Human Fighter? Он еще странный. А этот баф я вижу, да? Вообще, Дестра можно было отбегать 2 минуты и победить, на самом деле. Потому что у него бы остался бы газ. Так правильно. Но... Так, ладно. Пока. Ты кто? Ты что такое? Ты что такое? Ты что такое? Что ты делаешь? Какая ты? Ты что? Ты что за нубас такой? Куда ты бежишь? Куда ты бежишь? А, вот это. Это магический урон. Так, ладно. Кстати, яд. Побоем-то. Ой, не, ну это не считается. Это не вообще никакой шадов. Молох. Молох. Больше не существует у тебя самонов для ПВП. Шадов он вызвал. А что мне с этого вообще дали? А? Туркаден. Марка Победителя. Очки Победителя. Что мне с этого нужно поиметь? А то может еще одна такая этот экипировка Б-ранга. Так, нет, это меня не интересует. Это слишком лоховское. Предмет. Кодекс. О, знак битвы. О! О, это тоже хорошо, это более полезно. Так, а где, что, знак битвы? Надо ходить. Ну, шо, пойдем. Как мне увидеть, сколько я ходил боев, если олимпиад стат не работает? Может быть, ты мне скажешь? Награда инфо. Информация. Ясно. Так, сколько тебе вообще осталось маны? А, еще я, кстати, хотел вот так походить. Реально, а чего бы нет? Ну, это бы имело бы смысл, если бы у меня еще блеск в заводе был бы хоть какой-нибудь. А хэвин будет на Олимпе вообще тащит. Так, скилами можно пробахать. Маны хватает. Блин, я не могу сейчас с такой клавиатурой и мышкой хорошо драться на Олимпе. Не хватает 2 кнопок. Надо обязательно на мышку ставить удар щитом. Любому, чтобы постоянно его жать. Вот и этот. У меня там кнопки нету. Подожди. Вот тут есть кнопка. Да, тут есть четвертая кнопка. Откуда она появилась? Там же. Так, все, ладно, это мы будем узнавать позже.
Кажется, возможно, будет. Да, ладно, пока я это настрою. Ну, на него нет смысла вообще юзать баф. Трансформы, поэтому мы не будем баф на трансформы юзать. Вообще, по-моему, как не мистер. Вата, ку-ку-ку-ку. Что ты там спрятался? Ну, зачем? Я шо? Бэкстапки делали. Ну, куда ты пошел? О, куда ты был свол? О, куда ты был свол? Ну, а куда пошел? О, куда ты бежал? Куда ты бежал? Куда ты побежал? Куда ты побежал? Не-не-не-не-не, это херня, ребят. Это херня. Куда бежим? Куда бежим? Зачем бежим? Куда пошли? Ну да, даггером, конечно, капец как сложно танк убить. Так, где мой низон? Я не понял. А, без звука. Клавиши. Клавиша 9. Уп-уп-уп-уп. А, ну да, драйвер для этой мышки мне не работает. Ну ладно. Четвертая кнопка не существует, все, я понял. Так, и что мне дали за победу? Квитанция Олимпиады, две победы. Погоди. Так, у меня кончаются кубики. Там даю. Чисто на вскидку. Варлорд. Ну, корона у меня нету. Отстанов. Еще варлорд. Ну, от пряморукости сильно зависит будет лорда. Так, ну, наверное, лучше на ХСУ. По крайней мере, это хотят что-то мне дают. Сколько там секунд осталось? Ну, давай, на всякий случай. Раз, два, три, четыре, пять. Поехали, поехали, поехали. Чем ты там? Чем ты там? А что ты прячешься от меня? Где ты твой налево? Где моя мана, кстати? Ой, что ты делаешь, тупик? Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Побежал. Прибежал. Куда ты бежишь, блядь? Ну я же нюкать могу. Ну куда ты побежал? Не могу, конечно, потому что у меня пушки нет магической. Но гипотетически... Ой, короче, ну жопа. Это кривой чувак. Уберись. Ну, давай. Сейчас он там херню какую-нибудь юзанет. Там херню никто не юзанет. Понятно. Давай. Сдавайся, сдавай. Ой, какой нахер стан. Ну да, да, понятно. Здравствуйте. Побежал, да, побежал, побежал. О, но тебе, но тебе, сука. Блядь, сука, станы, блядь. Так, надо убирать защитку. Ну да. Ну так. А у меня чего МП много, что ли, блядь? 32 МП стало. МП у него кончился, ну что?
Я тоже им покончу. Надо менеджер там. Скиллы какие-то не учить, например. Чтобы они меньше маны жрали. Если ты прям под Олимп точишься. Кстати, не был бы я с Хелсой, я бы откинулся бы. Между прочим. Бля. Дельт, конечно, шака сильнее, который на стронжу. На уле. Или нет. Блин, я ж не буду хиро тут. Понятное дело. Драться я не очень люблю этим билдом. Не люблю. Не знаю, короче, непонятно. Куда? Кто? Арсмис. Ну это беда. Почку бить бессмысленно, чувака бить бессмысленно. 5 секунд до начала. Надо бегать, блять. Фактически голем. Максмис, здравствуйте. Не зря так сделал, вот сейчас я сделаю так, допустим, буду с тобой драться. Тут мы убегаем, сейчас встанет с тобой. Давай, так поиграем. На лес не прошу. Где ты, блядь? А ты убежал, сука. Бегает, блядь, от меня бегает. О, тут погнал. Слабый нам. Чё бегает? Твоя бочка мне не сильно страшна. Страшен бочкой ты. Хотя мне на самом деле циклон Эшика не очень страшен. Очень быстро набивает. Он даже мне успел своей тупой тактикой набить второй уровень. Потом уже больно будет обратку-то. Устав, стан оф деф. Блин, да, ну на Лим понятно, да. Грязь нельзя на Лим. Даже не такой сложный, непонятно вот на этом сервере что делать. Бег нужен по-любому. С чего его набирать? С кона или с стренжи, не ясно. Вообще не ясно. Хотя, конечно, на Оле всегда тащил бьют на кон. Потому что ты стренжу можешь сбалансировать овергиром. Сильно точеной пушкой. Спокойно. Ой, я сейчас пишу, наверное, да. Там, как всегда, затупа, наверное, будет в видосе. Лейнс Волкер Хонда Цивик. Ну давай. Тебя бафи тратить не буду.
Интересно, но не, он тыкает редко. Тыкает. Дурачок, он дурачок. Ой, нет, тут немножечко обилочек не хватает. Ай, дайте мне вообще, блядь, поюзаться. Ужа-бузу-бузу-бузу. Обжал. О, как я в него агр покинул. Вот на лечение. Надо снимать. Бежи. А как это вообще так работает? Ну так работает. Бей, шо ты стоишь, блядь, бей. Бей, блядь. Бло-бло-бло. Кнопка много, блядь, кнопка много. Такая. Ну, он еще побежал фикс куда-то. Какой-то залуп у меня. Куда ты убежал? Ну, а видишь тебя. Я тебе, блядь, тандам. Чё, с тобой, блядь, чё, я разжимаюсь в эту хуйню, блядь. Сыны, с собой, бля, как бля, бля. А, ты там. Та-па-па-па. О, у нас переторг осталось. Бухантер. Бухантер. Бухантер чуть-чуть посложнее. Его все-таки, наверное, надо подъюзнуть. Урон. Хотя... Наверное, не буду. Бухантер. Я еще не знаю, какие у него скиллы. Стан. Есть у него стан? И зачем ты ушел в инвиз, вот скажи мне, на кой хрен ты ушел в инвиз? На кой вот хрен ты ушел в инвиз? Можно прекратить. Вот зачем? Что ты им законтрил? 29 очков. Еще один? Легким шум. Легкий дым. Ой, легкий было надо. Чё-то по соскам, кстати. Сисочки. Сисочки. О. О, ССЦ. 262, ах ты мразь.
Чё там? Кто там? О, Беха. Ну, кукареку. Чё? Чё там ещё? Что, будешь со играться, ну? Не, дай-ка, ну, блядь. Не понимаешь, что не понимаешь. Хотя не знаю, что там в нем имеет. Станы, есть у меня станы. А еще гномов жареных. Сколько там распределить-то, наверное? Пыш, 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 пыш. Так. Кто там? Кто там? Кто? Блядь. Мама, чё ли? Это ж сильная шуя. Блядь. Вот стрик мой в задницу сейчас пойдет. Так, ну. Но побеждали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Дверь тоже открывается. Раз, два. Блин, чё из ДК? Куда ты пущули? А, защита. Круто, шо я могу сказать? Ладно. Чё-нибудь я могу? Ничего-нибудь такое, например. Чем такое не достает, чем такое. Опа, идем, а что я стою? А, вот так вот. Оп! Ой, здрасте. А что это мы стали в... Ой, блядь, скин поменялся. Оп! А если так? А что мы так делаем? Мы делаем так. Ничего не делаем. Вот так. О, нам кончилось. Ой, это все, что я могу сделать. Это мой максимум, блядь. World's time to pin. Ла-ла-ла-ла. Блядь, опять World's time to pin. Мы помираем. Ой, блядские манасосы. Ну тут без стариков не победить никак. Ищи за три танца пять побед. А мне до 7, наверное, где-то побед. Вот. Собака.
А, 4 минуты осталось. Вот собака. Сколько там очков у него еще было? Точнее, у меня. Блять, оверлорд. Майк. А это вообще непобедимо. Хорошим. Здесь он не криворукий. Где? Мое. Вихэфэ проблем. Биг про... А, допустим. Ну давай. Давай еще с мяча могу давать, насколько я помню, да? Еще и в этом. Блять, я слипался. Ой, ща он меня обосрет. Ой, обосрет, блять. А, бежим. Отлично. А, блядь. А, да. Это нет. Да, хей, сколько влезет. На тебе нет. Стоп, куда я? Что ты делаешь? Что ты делаешь? Что ты делаешь? Вообще-то я его выиграл. Урон. Уу! Прячься. Не знаю, где дату этого сервера. Вот это убирать. Убрать этот скилл. Убрать этот скилл. Убрать, он меня ману жрет. Убрать скилл, зараза. Расслипай меня. Ну-ка, где моя мана? Блять, я заюзал всю руку. Давай, бей меня, попробуй меня, бей меня полностью, бей меня. Как плохо-то мне на самом деле. Уклонение маны, нихера, все в жопе, блять. На, а может быть так? А, сука. Так. Он меня поймал в слип. И у меня выдренил вот этот скилл ману. Вот это была ошибкой. Ну да, талик и победа. Когда там это мучение закончится? Все, конец Олимпиады. Еще что ли? 12 Олимпиад? Сколько? Как оно у нас тут проводится?
историю, правила. Еще час, что я не хочу еще час ходить. Блять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Это не хватает. А, еще я вот этот скин не завидел, кстати. Угу. Херня он бегает. Непонятно. Бегает, 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 что-то бегает. Что-то куда-то побежал, что-то куда-то прибежал. Зачем побежал, ничего не понятно. Ты от меня бегаешь. Зачем? Зачем ты от меня бегаешь? Что за тупая арена? Он меня сбил там. Все, это проигрыш. А, он бегал, потому что я скин завезу. Какой же он криворукий. Ну, что ты бегаешь-то? Ёбаный в рот, ну и геодата. Я просто забыл, как на этой арене бегать. Ничего, ничего. Забыл, да. Тут нормально. Ну да, здравствуйте. Здравствуйте, да, да, здравствуйте. На. Ой, сам, значит. А с попа. Здрасте. Здрасте. А как вам такое, Илон Маск? На тебе, сука. А салт теперь не страшно, его физически. Он ну как? Он ну как? Так, когда эта хрень заканчивается? Наверное, 12. Десантиру выдачу ходит. Значит, нужно еще ходить. Так, походу в 12. Значит, есть еще час. То есть еще... У нас полчаса будет видос. Ну, ладно. Ну ладно, спиритор у меня еще есть. Видимо, у них. Вопрос. Вопрос. Я хочу видеть спиритор в своем инвентаре. Вот они. А, хватит. А что с мулоном? Тайм, которых часто ценили. А, понятно, прорываемся. А чё он от меня бегал? Я не понял. Почему от меня удар дохнул? А, он не умеет ауру включать, ПД. Я понял. Я все понял. Так. Блять, какой гульденс нахуй. Пиздец. А, ну ладно. Там не так, черт.
PvP. Это надо бы... Блин, надо кидаю. И фикс не кидаю. Как я же вышел? Успею его в ротацию воткнуть. Не хватает. Сколько мне нажимать одновременно? 4. Кнопка одновременно нажимать. Так, не. Ух. Это лох. Ну куда ты бежал-то? Ого. Блять. Попало. Но прожал он мне нормально, конечно. Сколько он мне дал? 300. А, летал, что ли? А, ну да. Конечно, дал. Дудочка. Да, надо. Чего? И фиг не дают. Фиг не дают. Господи. Я хочу вообще свой стат видеть, блин. Эти параши. Триджи Хамбер. О, что, какой Хамбер? Что ты сказал? Ой. Это опасно. Бью. Не знаю, что не раз. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Думаете, вы что-то можете? Ничего не можете. Куда ты побежал? Следующий. А чё ты там работать-то будешь? О, о, лум, пиад, скат. Вот ты сраха. Подожди, что он там грузится, что ли? Это не настоящий игрок. О, подожди, а на себя надо выделить? Нифига себе. 16 побед. 15 поражений. Не пиши. Как бы на том, что есть, мне кажется, это неплохо. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Так, я зарегался. Мне надо ходить, сходить в унитаз, а то я скоро лопну. Давай быстрее, битва, быстрее, быстрее, битва, быстрее. Ну давай, 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 блядь, давай. Хотя я могу отрыгаться.
Нет, не могу дрыхать. А-а-а! Убивают. Убивают. Давай, давай, 15. Ой, давай, что-нибудь такое быстрое. Какого-нибудь мага. Блин, ну давай, да на секунду, давай, быстрее, быстрее, быстрее. А сорцера? Да, нормально. Маты не дрался. Так, Майтуля. А у меня дурон там больше. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Так, это, наверное, не нужно. Не видим темного, алло. Что? Какого хера, блин? Что? Свет. 1300, 3000, 1000. А как он от меня телепортировался? У них что, телепорт есть? Или что это было вообще такое? Я чуть не помню, что в линейке был телепорт. Реально не помню. Вам не важно? Надо отбежать. Так, что-то еще долго. А, стоп, там 40 минут не закончится, так что еще полчасика. Ладно. Кубы надо перепрививать. И, наверное, бы сосочек прикупить магических. Магических сосок, значит, да? Вот они, кстати, вот этими вот, вот этим убили билд на таких хрониках. И для того, чтобы нормально дебафт, надо на вид ставить эту
Как бы это важно. Ну, для того, что с каких-то странных хроник их убрали КД, привязанное к скорости каста, и как все кузвали, зачем? Ну, а я хочу играть хардкорно, интересно. Почему надо все одной кнопкой делать? Я не понимаю. Мне не нравится, конечно, вот это вот решение. Ой, тут слишком имбовые танки. Они жирные, как не знаю кто. Может, так и должно быть. Те что-то как-то хотят какие-то непонятные чудеса сотворить. Почему? Ну, поиграть в мини-мини. Слишком сложный класс. Один из сложнейших в линейке. Чтоб с него что-то адекватное делать. Варкруер. Кстати, вот это, наверное, будет несложно. Берсулю, правда, надо убрать. Красненький, красивенький. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, девять. Ай! Блять, куда ты побежал? Здравствуйте. Ай. Почему он такой толстый? Господин. Видно. Ничего себе, ничего, ничего себе. Что? Как происходит? Ничего себе. Парк толще, хрень. А, блин, да. Ну, хотя у меня там хорошая такая. Не знаю. Стальки все дела. Очень интересно. Оверс перетаем не победил, а это победил. Ну ладно, ладно. Ну, вообще, да, на духа не будем сажать. Я не буду. Хотя как? Есть способы. Хорошо. Уйдем. Бафать.
Я думаю, что я к тебе пойду. Не выделил. Я не выделил. Ай, что? Какой нахуй телепорт? Алло. Да как? Чё это такое, блядь? У меня шо, блядь, телепорт что есть? Походу, да. Подожди, у меня есть телепорт Макфейс. Чё я такого не помню. Блядь, какая это, как убивать тебя по свету? А чё цепочек тогда не работает? Если есть телепорт, значит цепочка работает. Да, нет, такого я не видел никогда. Портирующихся магов. Это что-то новое. Что мне делать? Да. Вот там. Вот там. Вот у нас там, да. Варлок. Ну, вам дальше правильно. Варлок. Индексы. Пока. Ну, может быть, их было. Надо посмотреть. Так, ты решил так, значит, да. Так, и да, давай. А что у меня с аркан... А, блядь. Что? Ёбаный анкор от кубика. Вот ты хилен, да? Так. Ну ладно, как ты меня убиваешь всегда. На такой арене, на прямой арене еще что-то сделать можно. Звук надо. С этой херной драться. Звук нельзя вообще штаплить. Готов. И вот это я не включу. Ладно, все равно. Сколько там времен? Дальше снимем. С орки с телепортом, да. А может быть тут такое есть, правильно? Они. А морки видит, да.
Если в процессе, в процессе. Я сделал навстречу опасности. Так. Это. И я. Окей. Попробуем так. Может, получится. Буду тупить. По времени 20 секунд. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, десять. Что стоим? Просто охренительно. Талики, наверное, талики. Беги, 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 беги. Это говно в говне просто не побеждает. Танк надо не перед. Или кору. Ну, танк точно кору надо. А я еще турорится на нем. Маленький дают. Сам пишу говно в говне. Ну да, можно в принципе моно-бернеров жиром взять. Жиром можно взять, да, он кончится. Так можно. А что это был за урон такой? Это меня кританул, что ли, пару раз магия? Сели, простым, смотри. Смотри, часы. Смотри. Что там? Вот там. Хочешь написать? Ладно. Там. Ой. Мамбочка, круер вор круер. Здравствуйте, мордаствуйте. О, у меня в ДСБ красиво. Кубики кончились его. А, нет, они не кончились.
Ой, бля. Нет, шмот нужен. Ну, почти. Хули, наверное. Близко. Кубик на... Где мой? Где мой кубик? Кубик. Кубик на кубик вызывает походу, да. А кубик пока и плохо с этого кубика. Это очень плохо. Ой, я понял. Просел. Вот там. Bounty Hunter, ну это визин. процентов вымирает мало, надо больше. Блин, ну на том, что есть, это, конечно, это нормально. Ну да, если кинуть сердцем, тут можно хорошие такие дела творить. Слишком много вкидывать надо, проще сесть на тиранку и не париться. Че стоит? Что-то не пробивают. Где-то дед. Чуть интереснее дед. Потому что я немножечко ауры не хочу. Вообще-то да. Я вижу, что на ману не вагон сосет. Прям не вагон. Один. 8. Пофиксили что ли? 30 минут. 9. Короче, печально, что я она прокачана на второй уровень. Очень печально. Много шика, чтобы нормально ходить, чтобы он не убивал, надо 6 сеть, чтобы он реген был. Погон всяких пушек. Вот чел тоже с трехбуквенным ником. Мы сказали, что нельзя трехбуквенный ник. Нет. Какого хрена, господа?
жаловаться буду. А, слова, которые на ютубе нельзя произносить. Ну ладно. Ущемляют права трехбуквенных ников на Вальхалле. На смену. Да, делать. Ну, где теперь? Квартира. Террор. Так. Сорка. Ай. Ладно, со мной бой очень быстро будет. Как бы мне подловить? Так, это... Надо. Атаку. Блин, не, нахер. Ай! Блять, куда ты нахуй прыгнул, сука, блядь? Да, у них есть телепорт, блядь. Какого хера магам дали телепорт и у танков забрали цепь? Вы чё, блядь, издеваетесь? Как я до него добежать должен? С ракетой в заднице, что ли? Да. Отцелкой. Отцелкой можно было, да. Сколько стоит? Так. А, ну ладно. Это без этого вообще невозможно. Ну, короче, талики надо, да. Куда их собрать было? Вот это можно освободить, допустим. 6 слотов не надо. Какой-то будет пассивный там. Ой, там же еще и набег, да, 30 порт сбег, кажется, да? Ну-ка. Да, ты посмотри, что набег. Так. А, не написано, сколько бегаю. Чего там? А, все, конец, да. Эй, ну все, ребят, всем спасибо. Олимпиад статус сейчас покажу. Смотрел, тут смотрел. А, 17 побед, 20 поражений. Ну да, чудо, мы за 50% упали куда-то. Ну да ладно, как-то так. Может быть, в следующий раз через недельку будет лучше. ГГВП. ГЛХП.